Пришел чел и попросил сделать керамзит на ногти за 50 тысяч. Я подняла челюсть с пола и принялась лепить. Даже чертежи накалякала, не зря труды в началке отсидела. Лепила его из всего, что было, тонны геля и пластилина. Поверх этой лужи рисую очертания ножика или мой билетик на Мальдивы. Как же я заколебалась выпиливать все эти впадинки. Расцветка у него мне не очень понравилась, но кто платит, тот и заказывает музыку. Я думала, это просто стрелялка, а оказывается, там даже турниры есть, и у всего этого оружия столько всяких расцветочек. А вот острая часть идет металлического цвета. Хорошо, что у меня была краска, только клиент думал, что я его ртутью крашу. Идиот. Кинокомпания «Срали, мазали, перетирали» представляет керамзит за 50 тысяч рублей. Оказалось, что это скин столько стоит. А знаете, сколько рублей заработала я? 300!